И наш СОПКОР в Норильске Виктория Комиссарова сообщает, что там во многих магазинах сразу же в несколько раз подешевели овощи и фрукты. Это прямое следствие начавшейся навигации. О местных заоблачных ценах мы рассказывали накануне. Еще вчера помидоры там стоили аж 800 рублей, а сегодня уже 200. Свежую капусту продавали за почти 400, а теперь по 85 рублей за килограмм. Огурцы подешевели с 500 до 200 рублей. Черешня стала стоить почти вдвое меньше. Вчера было 750, а сегодня около 400 рублей за кило. Причем все, что продается свежее. В заполярном городе спешно разворачивают уличные палатки для торговли витаминным товаром. Муж звонит. Открыли? Да я говорю, только, я говорю, давно вроде открыли. Нет, говорит, там овощи выложили. Бегу уж. Скорее, салатов хочет уже, салатов всего. Уже не можем дождаться, хоть и в отпуск летим, мы все равно вот уже соскучились вообще. Вот я взяла огурцов, капусту на 300 рублей. 100 рублей зелень, если раньше там нужно было только за зелень 300 отдать. У нас основной товар ташкентский, все. Цена очень дешевле. Вот помидоры, огурцы, все по 199 рублей. А вот люди, нарисчане, все пакет набирают полный, 1000 рублей. Они все довольны, все радоваться. Где-то через неделю еще будет дешевле.